Банан! Сегодня настал такой день, когда нам придется попрощаться с Херейдом. Херейд больше с нами не будет записывать ролики. И Банан останется один. Банан всегда предатель, Херейд всегда виноват. Банан больше не будет играть со своим лучшим другом. Ну все, все, я понимаю, за такое можно выпить, но лучше не надо, Банан. Все, успокойте его там, заберите у него, что он там пьет. А как все это произошло, вы меня спросите? А вот, мы сами того не ждали. Вчера Херейд посередине белого дня ничего не предвещало беды, сказал нам то, что он якобы с мамой в Турцию улетает на 2 недели. Серенький наш Херейд. И как мы сейчас без него будем? Он пока с мамой в Турции отдыхает. Кто Банана поддерживать будет все это время, а? Кто? Банан один? Херейд, Херейд, бросил ты нас, променял нас на Турцию. Но, ладно, через 2 недельки Херейд вернется загорелым с Турции со своей мамой. И ты, Лера, отдашь ему его скин. А то чё ты как бы серая? Это скин Херейда, а не твой скин. Ладно, почтим турецкую память Херейду и приступим к первому раунду. Кто будет убийцей, тот будет убивать во имя Херейда. Да, карась? Да, я всех убью. Так, 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 так. Надо помнить до конца всей игры, что нам обещал Карась в предыдущей серии, что нам обещал Карась в начале этой серии, то, что он всех нас перерубасосит. Хотя, может, с одной стороны, нам даже не стоит волноваться, потому что Карасю выпадает роль убийцы, наверное, раз в 10 игр. В предыдущей серии ему она выпала, значит, в следующий раз Карась будет через 10 вот это видосов убийца. Ага, поэтому валим отсюда. Так, свет уже кто-то выключил, и это или вот Стасик возле меня здесь бегает, или Банан возле меня здесь бегает. Если сейчас здесь закроется дверь, ядрить, колотить Банан, я не знаю, что я с тобой сделаю. Давай, давай, потопал, потопал туда. Чё, уже трупак? Да когда вы успели кого-то кокнуть? Это Мия, она выключила свет, я побежала чинить саботаж, а в итоге там Мия и мертвый Костя. И я просто вижу Мия, она так смотрит на этот труп. Чё, все так просто? Все так просто? Я там уже теории начал строить, то что это Карась, он 100% убит. Мия, чё ты скажешь свое оправдание? Стыдно тебе, да? Молчишь, даже сказать ничего не может. Ну тогда голосуем за Мию, давайте, если все же это Мия. Хорошо, за мной бежал. Вот. Он очень... Заклейте этому человеку рот вот это скотчем, а я пойду починю свет. И выключите микрофоны, пожалуйста. Ага, свет сам починился. Ну и прекрасно. Так, и опять выключ... Да вы что издеваетесь? Там электричество, за электричество не заплатили, что ли? Чё он включается, выключается каждый раз? Ладно, я рискну своей... И опять включился. Ладно, возвращаемся обратно и будем выполнять это задание. Если сейчас свет еще раз выключится, не дай бог, пожалуйста. Так, опа, 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 опа. Одно задание прошли. Так, Амочка, ты сдрысни, пожалуйста, отсюда. И ты, кого я сегодня больше всего боюсь, это именно карася. А слушай, в эту комнату забежала Амочка и забежал карась. А обратно отсюда никто больше не выбегал. Валяется трупачелло! Так! Карась, все. А, нет! А, тогда не карась! А, мамочечка, ты меня что, за дурачка, что ли, держишь, а? Я выбежал из комнаты к видеонаблюдению, там была Амочка. К ней забежал карась, я подсматривал из-за угла, зашел туда-обратно через 15 секунд, там валяется труп, а другого человека нет!
Я думал, это карась, но это оказалась самочка. Все очень просто. Голосуем за самочку. Бедного карася вот эта маньяка убила. Тебе не стыдно, самочка? Так, значит, это карась? Какой карась? Банан, карася убили, это самочка. Самочка убила карася почти у меня на глазах. Самочку надо кокать. До свидания, самочка. Было приятно с тобой познакомиться. А, все! Так, Мия была убийцей, самочка была убийцей. Хред, хорошо тебе там отдохнуть в Турции. Это в честь тебя мы сейчас затащили так быстро. Ну все, это слабо было, Мия, это, самочка, это очень слабо было. Давайте в следующем раунде будут те убийцы, которые всех перекокают. Посмотрим, кто будет этим самым убийцей. Костечка, значит. Ну, жалко, конечно, то, что я голубого костянчика сегодня не убью. Очень жалко. Но у меня есть все шансы затащить с Костечкой в этой мини-игре. Все шансы. Совместная работа, командная работа. Быстро кокнул одного, я побежал, кокнул другого. Ты побежал, кокнул третьего, я побежал, кокнул четвертого. И мы затащим. Выключаем свет на всякий случай. А чё, как бы? Если сейчас мне здесь кто-то попадется, я его сразу же запердохаю. Ага, свет восстановили. Так, не успел я никого запердохать, ладно? Утечка кислорода! Ой-ой-ой-ой-ой, куда? В другую сторону! Побежали вот туда, в утечку кислорода, побежали! Кокнули Леру к чертовой бабушке! Спрятались в люк такие! Перекокнули вот куда-то вот сюда! И сзади выбежали вот сюда, типа... Серый и красный были заперты в одной комнате. В итоге двери открываются, и стоит только красный в этой комнате. Ты чё, Дуримонда, что ли, Стасик? Ты вообще в курсе то, что я с тобой сзади прибежал и сзади тебя выбежал? Нет, двери закрылись, и ты стоял вместе с Серым в одной комнате. Так я за дверью был рядом с тобой, Дуримонда, с непошарой! Нет, я сзади тебя стоял, и сзади тебя в комнату забежал Стасик! Ты был в комнате вместе с Серым. В итоге двери открываются, и там только один труп, а ты стоишь над трупом. Лично мне кажется, что это Стасик опять, потому что, зная Стасик, она может такое наговорить. Я просто специально сзади тебя, еще перед тем, как зарепортить труп, сзади тебя подбежал к тебе, чтобы ты меня увидела, что это точно не я, потому что мы с тобой стояли за закрытой дверью. Стасик, ну ты котяк... Ты был в комнате Серой. А мне вообще кажется, что это Даша. Ну-ну. Дуримонда Петровна, вы Стасика чё слушаете? Я с ней стоял за той дверью! Это Даша. Как я так спалился в самом начале? У меня же такой идеальный был план. Я рядом с Стасиком выбежал. Чё они Стасика-то всегда слушают? Ладно, сегодня я лохопедина лохопедская настоящая. Будем надеяться, то, что Костянчик-наркоманчик всех сможет закокать. Я очень сильно на это надеюсь. Ну, если Стасик-пердасик убила меня, я в любом случае смогу помогать Костечке с выполнением нашего задания. Костечка, молодец, запердохал карася. И главное, чтобы Костечка откуда отсюда свалил, потому что, ну, а здесь люка нет в этой комнате. А, так, еще раз закроем дверь. Так, ну, тогда, Костя, я буду закрывать дверь до потери пульса. Давай. Так они сейчас не успеют выполнить это задание или успеют? Надеюсь, то, что тогда не успеют. Успели собаки по писяке. Я очень надеюсь, то, что Костечку не спалили. Короче, нет. Был бы я жив, я бы за банан проголосовал. Банан просто... Я думаю... Фиолетовый или розовый? Розовый. Ну, не путаю, точнее. Почему мне кажется, что это банан? Потому что он всегда предатель.
Мне кажется, это ты. Ты сначала убрала Эда, который не был предателем, скорее всего. А теперь кстати, ты пытаешься банально чисто. Это Стасик. Вот я это бы... я за Стасик. А я за банана. И Стасик вылетает за борт. Это месть! Это месть, Стасик! Как я сам это сделал, сам этого не ожидая! Я кокнул Стасика, будучи трупом! Только профессиональный убийца может такое сделать. Так, еще что-то надо. Выключаем кислород. И еще один труп! Ну ты, Костечка, конечно, даешь. Я даже не заметил то, что Костя так сразу всех начал кокать. Так, закрываем дверь, чтобы банан не смог сюда зайти и починить кислород. Давай. Ты не успеешь, банан. Ты не успеешь. Еще 4 полоски остались. 4 полоски. Давайте, успей. Они не успеют. Не успели. Ядрить, колотить, там 2 полоски остались. Всего лишь 2 полоски. Банана, еще раз закроем, помните? А, так я опять Костечке помог! Ага, только Костечка опять остался в одной комнате, где нет люка. Как бы ему еще раз помочь? Вот это... Костя, вали отсюда! Куда там люк? Давай, молодец! Опа! Костя скрылся с поля зрения. Слушайте... А за трупа-то намного веселее играть даже, чем за нормального маньяка. За трупа можно делать все, что угодно. Ну, в смысле, за убитого, как бы. Можно делать все, что... Чё? А чё, всё, что ли? Я же сказала, что это, вы выкинули меня. Теперь извиняйтесь. Нет. За что извиняться, Стасик? Я до сих пор придерживаюсь той теории, то, что я был с тобой за закрытой дверью. Это какой-то другой красный, наверное, убил. Да неужели? Где ты еще видишь красного? Вы зря вы мне все верили. Ой, как зря. Ой, как я вас всех обманул. Слушайте, а мы что, все сейчас начнем разговаривать так, как карась? Это, Костя, ты у карася заразился, что ли? Не надо так разговаривать. Это очень хорошая манера. Это не очень хорошая манера. Начинаем третий раунд. Главное, чтобы Костя и карась не оказались двумя убийцами. Давайте. Ага. Так, а вот сейчас быстро выполняем все задания, не смотрим по сторонам, просто подходим, выполняем такие быстро. Мне почему-то кажется, что убийца сейчас будет именно карась, поэтому как можно быстрее берем, выполняем задание за заданием. Вот это просто замечательно, когда в одной комнате сразу 3 задания, просто рекорд Гиннесса. Закончим всю игру буквально за 1.5 минуты. Задание здесь. Выполнили. Задание здесь. Скачиваем файлы. Выполнили. Побежали дальше. Здесь еще задание. О, так. Проблемы с реактором, да? У нас получается. Все Дверь закрыта. Так, я видел. Банан последним бежал. Если здесь внутри есть трупачи... Так. Это или Мия, это или банан. Они были вдвоем в закрытой комнате. Подозрительно, а возможно они даже вдвоем убийцы. Это мы выясним чуть позже. А здесь у меня еще одно задание. Выполняем. Так, это что такое? И побежали сразу в другую сторону. Не. Если это окажется, что это Мия... Ага. Это банан, потому что я стояла в комнате и закрылась в комнату дверь. И забежал только банан. Подождите. Но он увидел другого человека. Подождите, я когда прибежал, была закрыта комната с двух сторон. И с одной комнаты выбежал банан и Мия. Поэтому кто-то из них двоих убийца. Или они даже вдвоем убийцы, получается. Не, мне кажется, это Мэдлин, потому что я когда была в кафетерии, там были закрыты двери. Я выбегаю, я вижу труп. И с другой стороны, получается, бежит Мэдлин. Она не репортит этот труп, она бежит просто мимо. Кто такая Мэдлин? Скажи в первую очередь, картошка. Печенька. А, печенька. Ну так ты называй людей своими именами. Печенька. Так, где какой труп, я запутался? А я смотрел камеры и чинил реактор.
Слушайте, я бы на всякий случай или за банана, или за Мию проголосовал. Давайте быстро, то время кончается. За кого? За банана. За банана. Банан, извини, ты всю жизнь будешь виноватым. За банана? Так за банана. Ты не прав, нет. Кто разобрал то, что сейчас закричал банан, напиши в комментариях, потому что я его, ну, вот этот язык не понимаю. Осталось выполнить совершенно мало заданий, и чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы выясним, кто второй маньячелло. А пока все там ходят и выполняют задание, самое лучшее место — это комната охраны. Здесь всегда очень много всего интересного можно найти. Ага, бежит Мия, а за ней Лера, а за Лерой Стасик, а за Стасиком Картошка, а за Картошкой Костя, а за Костей этот Карась. Это что за вечеринка в одной комнате? И эта комната как раз-таки, это же там, где я нахожусь. Так. О чём это все в одну комнату-то собрали? Это что за тусовка? Поядрить, колотить, я не могу понять. Так, разошлись. Труп! Так, в душе не чаю, что это сейчас было, но кто-то один среди нас всех убийца. Ну, в принципе, да, это же правило игры. А кто убийца? Все мои подозрения... Они, как всегда, на Стасик, потому что Стасик очень странная. В чем я странная? Вы все странные. Так ты обвиняешь всех. Подождите, мы стояли в одной комнате. Просто в одной. Чё, вы скажите мне, почему мы все собрались в одной комнате? Вы зачем туда пришли? И кто-то в центре этого всего кого-то кокнул. И как нам сейчас выяснить, кто это был, если мы все в одном месте стояли, а? Нужна интуиция. Хорошо, интуиция. Кто это может быть убийцей, а? Печенька? Или Стасик? Я придерживаюсь. Мне кажется, это опять Костя, потому что он в прошлом раунде на меня гнал. В итоге я не была убийцей. А вот моя внутренняя интуиция, которая где-то вот там внутри мне подсказывает, что это почему-то... Карась ты, а? Да почему вы Стасика так окнули? Стасик точно не убийца была! Интуиция, это дидактика. Плохая у тебя интуиция, Карась. Плохая, и ты плохой. Ну, в принципе, ты стал очень плохим в последние две серии. Так, Картошка, ты иди вообще от меня. Интуиция. И вот я прям чувствую то, что за мной, наверное, кто-то следит. Или у меня уже паранойя, или нет. Изначально эта самая интуиция сказала на Карась, это... Нет, моя интуиция может ошибаться, но в глубине сердца я верю, что это не ты... Так. Надо всегда доверять своей интуиции. Я же сказал, что это Карась! Почему меня никто не послушал и мою интуицию тоже? Задание. Я хоть и мертв, но я же могу выполнять задание. Три задания осталось, и мы побеждаем быстро, ребята. Давайте, пока Карась всех остальных не перешмагал, не перекокал, не вот это, на фарш не пустил. Так, ага, включаем вот это. Последнее задание. Выполните его уже кто-то, пожалуйста. Вот сюда. Восстанавливаем щиты. Опа, вот так, осталось еще чуточку, и Карась, иди в жопу. Нет, как ты, нет, я почти, нет. А вторым убийцей был банан. Слушай, вот ты ответь мне, пожалуйста, тебе самому еще не надоело быть убийцей банан? Вот не надоело? Тебе не надоело быть трезвым? Че он сейчас сказал? Я ничего не поняла. Я ничего не понял. Так, слушайте, я вам предлагаю, в следующей игре, в следующем видосе я буду желтым, а ты, банан, станешь красным. Если банан каждый раз убийца, я как бы тоже убийцей хочу быть. А ты, Стасик, тогда в следующей серии очки себе купить, чтобы видеть, что я нахожусь сзади тебя, а не в одной комнате якобы с будущим трупом. Я до сих пор придерживаюсь того мнения, то, что у Стасик башкой просто стукнулась там об край вот этой кровати своей, поэтому она шизофрения, Стасик. А вот и нет.
Все-таки ты же был убийцей.